Затащил твин к этого. Второе окно. Слушай, ну блин, ну так если проанализировать, смотри, мы потратили секунд 10, может 15, мы во-первых бегали, пытались там закрыть эти вот этот фир. Вот. И это первая, это ошибка. И, короче, заебись, что было, что Гера была дана уже, когда кошки, то бишь мы кошек всех отстояли, и только тогда все переключились целенаправленно в один таргет, была Гера, и все в один таргет сыграли. Это не знаю, вот так и надо. А что, это основные ошибки, блин, наши, по-моему. Рульки меч баны. Если бы правильно сделал, что решили одну кошку скипнуть. Лука, можно смелости ролить? А что-то не ролится, кстати. Будешь брать меч, креветка этот? Да я думаю сейчас. Сейчас ролится нет, меч. Нет, не буду, нет, не буду. Или не что? Буду. Я а просто раз. Не понимаю, у меня нет классный цели. Меч. Хоть давай. Высокий турник. Просто мечик на магу, он даже очень неплохо. Так, нет, не моросите. Сейчас, значит, креветка, а второй кто у нас там? Кошка. Кошка, да? Ну, да. Так, мне тоже пароли. Там по ИПГП идет. Люди, а у меня ролла нет. А ты кто? Фокс, Джордж Фокс. Да у тебя ИП нету, чтоб тут забрать. А, ну окей. Так, и Слайд. Зубила. Это получается Крит Хаст, это что? Ну какого-то комбата, наверное, да? А, нет. Вообще хуй знает на кого это. А, ну да, комбат, только вторая рука. Правая, левая. И странно ее, кстати. За дробяшкой обычно не ходит. Чисто этот самый, это никому не нужная хуйня. Чисто бигвар просто так тебе закинул. Может когда-нибудь комбата сделаешь. Так. Может на фею? Может быть совет? Может быть, может быть. Пошли совет, мы его убивали. Сейчас я обратно кину хила. Войт, сколько мы боссов мы уже убили за все время, когда ни одного осколка с него не упало? Ну не ной. Вот, Чирубаэль. Не ной, не выпадет. Извиняюсь, нужно идти. Ну, ГЦ, молодец. Ёпу! Классно. Я так обычно пешкой, да, короче, фугами иду, и что-то надоедает с ним вайпаться. Я такая, ой, блин, меня зовут. Есть такое. Так, Чербель уходит. Чё, ты на работу или чё? Плитку таскать. Там к собранию пока трэш бейте. Ладно, это самое, я и подал за кошатницу, иди. Турбоёжик, что там, раздуплится сегодня, нет? Радар 5 метров. Стоят как хуйня, да? Хуёво стоят. Это перед пылом. Было еще хуже. Двойное дал, потому что реально такое, блядь, пиздец, сложно ее бить. Зато те, кто хотят, ты нервы имеют. Они, понимаешь, они уебищно сделали, вот пидоры эти сирусовские, блядь, они сделали, что вот по стандарту они секунд 5 бегают, кошки эти просто, и потом начинают только уже прыгать. Вот. Они не должны так, блядь, прыгать. Они вместо автоатаки, они считают, сразу как только увидели, как только бой начался, уже прыгают. Вот это самое. Да, в основном вот этот фир косячит, то, что ты фире, когда убегаешь на дальнее расстояние, тебе сразу дикий чажется. Мне интересно, кто будет на посох первый претендировать. Целка.
Ой, туда еще далеко. Так, каким давайте, раз знаете как, поменяется. Знаете как, я не знаю, сколько мы сегодня пронесем, не на сутки. Вот. Ну, я-то, в принципе, могу посидеть. Я тут что хочу. Там было, видишь, была метка, не надо было на ней стоять. Просто да, и все. Понял. Это самое. Краешком зацепило. Значит, смотрите. Мы фрейм. На этом. Кто сейчас в рейде? Напишите, во сколько вы уфаетесь, чтобы не было такого, блядь, сейчас потрай дадим, о, блядь, не уфаться надо, блядь. Да, хоть до посинения, на самом деле. Ну хули. А чё, да? А чё, вот Азраил Бигвар до нуля никак? Приветка. Чё у вас до нуля? Жопа? Ну или хотя бы... до 23:30. Ну ладно. Хули. Сбор 2 часа. Поздравляю вас. Я не знаю, кто найдется в гильдию. Там друзья Тагариуса, я не знаю, друзья Базуки. Если будет когда-нибудь онлайн, пойдут те, кто есть. Я не знаю. По 2 часа сбор, это вообще залупа. Или я пугов начну водить, блять. Или я вообще не знаю. Ну, просто это пиздец. Или может сразу РТ на час ночи стать, часик тут посидеть, да расходиться, блять, как вы думаете? Никто заранее не пишет, только Гнидыч пишет. Гнидыч еще, блять, с компом проблема, пиздец. Турбоёжи, блять, отваливаются все, кто, блять, основной состав. Вы прибежите сюда или нет? Задрулю с этим. Да, бегу. Где задрулю? А он там стоит, чилит. Значит, Тагариус на большом, я на среднем, Клипса на этом... на мелком. Вот какого хуя он афкашит? Задрулю, где ты? Вот, я свое расписание могу кинуть. Вот, мне на маленького остановиться, косты сбивать? Да, да. Пиздец, почему вы афкашите? Он предупреждал что-то? Пока это ждем. Можешь достать чарку на пуху? А где у тебя в расписании рейды с Войдом, там, блядь, 19:00? Фок, это что такое? Физра? Да, ну, место, где проходит физра. Физкультурно-оздоровительный комплекс. Да. Ну, типа, нормально, в принципе, тебе живется. Да. Ебать, прикиньте, а я сижу, думаю, блядь, какой еще теперь отдых в четверг РТ, прикинь, не пойму, что написано, это, думаю, расписание РТ, прикинь. Понимаю. Что-то я думал, блядь, Динакс, ебаный вор. Да, это все круто очень, но задрулю ты тут? Да. Ну, как дела у тебя, нормально, мы тут стоим, вот, ждем тебя. Ты ушел. Да я вот пишу, чтобы меня присуманили. Но... Давайте, ставьте шкаф, хули суманем в кашу. А то мы хуй убьем так, блять. Кто не знает, что здесь делать? Есть такие? Все, просто бей босса, которого скажут, и все, вот и все. Окей. Чик на пул. Вот такая тактика простая здесь. Так, все готовы
Тагариус на большом, я на среднем, Вар на мелком. Пошли ебашек. Сначала бьем большого. Фул ДПС по большому. На пул на Тагариуса. Недалеко будь от хилов. Ты слишком далеко мелкого увел. Чтобы мы в треугольничке стояли, запомнил? Значит, кастуется руна. Подводи большого, только чтобы он не словил баф. Пятки, чтобы его, ну, чтобы на нем бафа не было. И чтобы милики бить большого могли. Так, вроде бафа нет, хорошо. Щит забираем, маги. ДПС. Отлично. Сильно зергаем большого. Все прожимочки все отдаем. Ирланду за хил. Что там тебя пропизжило? Значит, первую массакру вот это самое проводим. Подводи также аккуратненько, вскользь. На квадратике скоро перегрузка будет, если что там отбежите, Ирланда с Липси. Еще две чуть назад. Встаете? Нет. Да сильно далеко. Вскользь его проведи немножко. Все, пиздец. Руна под тобой. Под большим. Отведи. Видишь, ревность ты сразу прокнул. Блять, пол хп еще сносить. Давайте активнее по нему. Ой, а можно мне иннер влепить? Напомните, вихрь, когда большой умирает, у маленького вихрь только станом сбивается, да? А потом... Нет, наоборот. По-моему, только станом. А потом уже... Когда большой умирает только станом, когда оба умирают только кипом. Сюда подводи вскользь. Вот, я правильно. Вар уже знает. Только смотри, чтоб он в руне стоит твой большой, сейчас тебе пиздец будет. Немножко своего отведи большого. Вот. Сильнее по большому. После большого среднего. Так, перегрузка на маленьком. Что-то у вас вы высыхаете в пиздец просто. Иннер только у визири за друлю вижу. Тимыч, отдай по бармалюге. Блять, это руна. Задрулю без инера. Я вижу. Ты его опять поставил в этот. А, нет, нормально стоит, нормально. Нормально, нормально. Так, теперь среднего переключились. Среднего все сейчас подведу. Так, Тагариус. Готовь массакру, кнопку на массакре держи. Если люди окажутся в центре лужи, сначала он кастанет синюю, потом набираем рейндж. Каст вихря сбить, если что там. Вот вихрь сбить, вар. Отлично. Значит, синяя, набирали рейндж уже. Набрали рейндж. В синюю только не наступайте, лужу. Вот, видите, залупа получилась. Бьем босса. Залупа, потому что синяя на зеленой, блять. Нужно, чтобы синяя и зеленая отдельно была. Так, перегрузка. И вихрь там скоро будет. Бьем этого петуха. Через 5 секунд набираем рейндж. Синяя. В синюю не вставать сейчас. Зеленую кинет. Это отведешь маленького. Вихрь сбей, вихрь сбей, вихрь. Отводи маленького. Захил на пул хп быстрее. Сейчас зеленую кинул. Он кинул уже в текстуры. Пошли быстро, встали в синий. Быстро встали в синий. ДПС. Это наш единственный бурс ДПС. Быстро милики тоже. Это с Герой. Вот я скажу. Бьем пока что в лужу. Так.
и готовимся разбегаться. Если что, появится зеленая сакура даже. Тагариус давал, нет? Синяя и зеленая сейчас. Зеленая, вышли здесь синий, вышли синий, чтобы вот залупа получилась. Захиливаем, захиливаем быстрее, не упасть. Сука, Азраил, блядь. Визиря резай его сразу. Пиздец, ни зубов, ни хуя, ни хилку в него не кинуть нельзя, что ли, или что, блядь? Два шока, две быстрины, блядь. Сбей каст. Ну пиздец. Хотя бы хилам. Резайте ману, я хуй знаю. Этот, задрулю Уинер, быстренько отдай по этому. Давай по Бармалюге. Значит, зеленая лужа, сейчас готовимся разбегаться. Синяя будет и зеленая. Все, вышли отсюда. И синюю кастуют. Синюю под мелкого. Отбежали от него. Не отбежали, отбежали от него. Не бежать к нему, сука. Вы чё, гуси? Баран, блядь. Арти, ну ты чё? Вставалку заюзал. Вставайте сюда быстрее, бьем. ДПС. Так, до зеленой 5 секунд. Или 7. Все, набираем рейндж. Захиливаем людей. Азраила, захильте быстренько, шок у него, что-то, блядь. Выбегай с лужи, не дрочи там, блядь. Тоже бежишь, дамаг ловишь из лужи, как будто ты, сука, по ней полчаса бежишь. Синяя. Вышли с нее пока что. Будет зеленая скоро. Выйдите с нее. Не положите зеленую на синюю. Сейчас зеленая через 5 секунд. Так, зеленая. Зирю захильте. Захильте людей. Вышли отсюда. К синей бежим, встаем. Локи и СС раздаем по друидам, если есть СС. Готовимся. Щит забирайте. Давайте быстрее добивайте его. Либерсы 8 минут, нормально. Мелкого останется добить. Так, синяя. Выходим из нее, выходим. Будет зеленая сначала. Зеленая 5 секунд. Там уже, не знаю, там уже мелкий будет. Так, перегрузка, отбежали там от мелкого. Так, Роланда. Вставалку потом заюзаю, чтобы потом. Все, добивайте. Она же юзала. Хорошо, потом. Нет, есть. Я не юзала. Я значит... не умирала. Так. Не успел дать, сука. Все, этого петуха бьем, забираю. Просто на станах стоишь. Этот, фулл ДПС. Давайте Геру быстрее. Фулл ДПС по нему. Руанда там станешь себе, дашь. Когда уже исчезнет. Значит, смотрите, вихрь, сбив коста. Вот, отлично. И когда он будет взлетать, щемимся просто по краям комнаты. Тагариус, перехвати босса, я арти дам Инар. Так, на Инар. Так, заберу обратно. Бьем. Просто отбежать 30 метров. И потом подбегаем дальше, бьем. А, сейчас взлетка будет. Готовьтесь. Убежали от него. Не дамажит. Все РДД фулл ДПС. Не дамажит, баг. Все РДД фулл ДПС. Быстренько, не боимся ничего. Быстро дамажим, это единственный шанс. Ну сдал. Ты проверяешь, что есть дамаг или нет. Что тогда? Ну и смотри, Азраил, если гибн на ХП сдашь, если вот эти молнии будут дамажить, только убедись, что ты типа далеко. Заранее, до взлетки. Вот он садится, сейчас бьем дальше его. Так, сбросил агро, отлично, бьем. Сбили каст, все хорошо. Сбить. Ну еще перегрузка, еще взлетка. Мне кажется, следующая взлетка уже не баганая будет, уже будет дамажить. Сбить каст. Взлетку эту пережить и уже там как-то будем добивать.
на взлетке, значит, все паладины, ретрики, Тагариус, отдадите капли. По перегрузка просто отбежали. Просто отбежали. И взлетка. Убежали. Дамажит, нет? Дамажит. Дамажит. Бежим, бежим, бежим. Этот гимн. Ну, сука, бежим. Хилим людей. Ходки максимально, все вот эту хуйню. Бежим, бежим от него. В какую он сторону бежит, оттуда отбегать надо. Он выбирает одного человека и за ним следует. 5 секунд, по-моему. Или 3. И похуй. Все, садится, петух. Садится, петушок. Ебашим. Так. Креветка, вставай. Задрулю Рика ресы. Сука, почему? Тебя резать? Да, меня реса. Хотя, конечно, лучше дебешера. Кто там еще есть? А нахуй. Ладно, ебашим. Креветка, тебе я БР дал же. Вставай, ты где? Я же докастовал БР тебя. Хуёво. У кого еще БР есть? Тимыча есть? Где он там? Вот Рика забафали. По локу фулба. Убьём. Взлетка, убежали, убежали. Массакр, все массакры, гимн ХП отдавай. Быстрее отдавай гимн ХП. Давай, давай. Не знаю, в принципе, далековато еще были люди. Ну все, щемимся от него. Ну и все, сядет, может убьем. ССы были у кого-то? Или может есть? Маше был СС. На мне. Ну вставай. Не было СС. У кого был, вставайте. Я еще живу. Сбить каст, быстро, быстро. Ну каст сбейте, сука. Ты что, блядь? Пиздец, вы как будто засыпаете. Отбежали. Бежим. Сбить, сбить, сбить. Ну сдалека шаманы могут же, блядь. Ты что, пиздец, ребята, блядь. Так падаем по-тупому, пиздец просто. Знаете, сбить каст надо, бежите, как будто это сам. Сбейте. Вы все касты сбиваете? Там только один каст надо сбивать. Он цепуху кинул, ты уже молнию скинул. Я даже не успела докастовать себя хилку. Сбейте. Вот, блядь, вот так надо сбивать, а не то, что три каста прошло, блядь. Убивайте этого пидора просто. Ресы меня воет. Ресы меня срочно! Лицо. Срочно ресы меня. Понимаете, все под заказ было. И кольцо, и осколок. Да тут все на меня, посмотри, весь лут мой. А я опять в пролете. Кто пролетит? Ну, если ты носишь кольцо... Фокс. Ну, ты говоришь, типа, такой у меня, нет? Кто еще раз пролете? Джордж Фокс. Ну, типа, там от этого коэффициента зависит, типа, могу я включить, могу я... Блин. Ебаный блин. Баг, нахуй, у меня очко горит, нахуй, вот пиздец. Какого хуя перемещается окно добычи налево? Вот мне это нахуй не надо. Вот пиздец просто, вот, блядь, взорвал бы всю планету просто. Ой, злодей, блин. Быстрее, давай. Мы у Ланя поролим. Да, он уже у меня. И кольцо пароль. Там уже просто по ЕПГП я выше всех. Отдавай сразу. Так, перчатки кому-то надо? Нет. Наверное, да, не знаю. Бармалею надо. А этот осколок, он что дает-то? 245 пуха. Для хилов.
смысле, это полезно только для хилов? Да. Да, там 15% от хила. Оно не всем хилам идет. Фрейли, Хадир. Пошли, Хадира. Так, Клипсов ДД тогда. Сопроты. Хотя знаешь, этот Тагарис, у тебя есть фрушмот? Я сделал этого Армса, надеюсь, будет получше, чем в Фурике. Я думаю, потанчить его в вашем фрушмоте, что ли, Мишка? Вообще, есть тряпочный, кожаный, кольчужный и латный фрошмот. Вот если все тут оденут хотя бы по пару шмоток, пояс, там, тапки, то можно выживать лучше на этом, на Хадире. Но сейчас просто посмотрим, что будет. О, опять летающий. Бармалей. Защитник Хадира. Защитник Хадира. Короче, Тагариус, я подержу босса в фрошмоте. Сейчас пока без сопротов, как есть, попробуем. Посмотрим, что будет. А ретрик у тебя есть? Подамажить. А у самого фрошмота у тебя есть три шмотки вот эти латные? Вы идете, нет там? А тут нету сугробиков? Справа, есть. Слева вставайте от моба, чтобы сбивать ему каст. Точно справа, слева? А то там тебя послушать. Так мне что-то не нравится сет. Что там вообще? Не, я смотри, я переодеваю шмот, если ты не заметил. В плане не навсегда, а под боссов подстраиваюсь. Ну, это время десятка с нами ходил уже, да? Да не, я потому что сет ну хорошо, да я не знаю. Что-то вообще не айс, у меня не всегда прокает крит. И ну ты можешь посмотреть по киллу. Я же вас спросила. Маг, отойди оттуда. И не ступай ничто подобное. Это плохо. Видите, откуда трэш идет? Вам нельзя туда даже близко подходить. Это клон и все. Аж. Активнее по-большому уже, блять. Кто здесь застрянет, блять. Босса так и не убьет. Вот наш максимум босс. Защитник Хадира. Вот эту мелочь, блять. Короче, ставлю на себя квадрат. Убивайте быстрее эту хуйню. А кто... Как он подпрыгнул мёртв? Не знаю. Если вы не понимаете нихуя, то бегайте ровно в квадрате. Сугробы нельзя наступать. Оббегайте в радиусе 15 метров. Если еще сагрите вот эту залупу, блядь, я буду очень злиться. В квадрате бежим, блядь, все. По правой стенке. Первого, ну, не жми тут лучше. Первого элементаля убиваем. Станы работают на мобов. Так что расстаниваем. Первый. Элементаля убиваем, он откидывает. И потом его ешь. Я сейчас на мобильный Wi-Fi присяду, то тут нормально лагает. То есть мне выкинут. На боссе будут мобы с пула, их надо будет разбить, они находятся в глыбах. После того, как мы их разобьем, даже дальше ДПСим босса. На боссе падают маленькие сосульки и большие сосульки. С маленьких сосулек отходить, если вы их ловите, это значит, ну я не знаю, в будущем это ГП, наверное, будет. Потому что когда одна падает,
как сугробом, блядь, бегать как квадрат показывает, если вы не поняли, блядь. А не как попало. Вот этот петух останется. Давайте большого в первую очередь. Элементаля забаньте, Локи. Загробника. Забаньте быстрее. Сбить каст, сбить каст. Вот что, сбила кастов нету, блядь. 5 трупов из-за вас. Сказал справа-слева вставать на этом боссе. На этом мобе, блядь. Элементаля в бане поддерживает. Все, кто упали, побежали. Бигвар там. Сюда бежим. А то мы что, блядь, без вас будем бить полчаса. Стан откатился. Вот бигвара жалко нету. Удар по почкам хорошо заходит. Элементаля забаньте, Локи. Да баню, я баню его ПКД. Все. Добиваем большого. На боссе будет трескучий мороз, стаки дебафа. Если вы не двигаетесь, на вас они стакаются. Сбить. Поэтому справа-слева кто-то должен стоять, чтобы не под мордой не находиться. Ребята, по 50-ке могу сказать, лучше прыгать. На месте просто прыгать и правильно жмете, и все. Охуительный вариант. Ну это для милика, блядь. Трэш, трэш, вылез, воет. Да я хули, я рад. Заберите забрал, большого с меня. А где большой? Ну вот он. Затаунтила с тебя. Веду к воину. А большой Войт где? А большой где? Я ж привела к тебе. Большой. Да не этот, блядь, большой. Другой большой. Его убили, убили, убили его. А где он лежит? Труп сверху. Посмотри наверх. Пиздец, блядь. А там, наверное, 220-я шмотка, да? Ага, блядь. Так не 270-я, блядь. ШМ там, блядь, лежит. Волонира 2, блядь. Ну, вой. Подсадите меня. Я достаток. На сугроб вставай. Ну, трубоёжика давай возьмем, блядь. Хоть ретриком поиграет, пацан. Он специально из-за этого и сидел. Он же, знаешь, блядь, идёт в конце, будет ретриком. Сугроб, блядь, ты не видишь? В сугроб не наступать. По стеночке бежим, блядь. К сугробу никто не подходит. Лучше туда не идти, там невидимый сугроб. По левой стороне. Как невидимый? Ну так вот, невидимый. Элементаля в первую помнишь, очередь. Помнишь, мы в десятке? Невидимое ГП, да? Этот босс манекен, говорят. Не в нашем случае. Да вы просто не тупите. Если будете ловить от сосулек дамаг, блядь, я не знаю просто, что okay сказать. Сейчас еще кто расчехлится, куда там забежать надо, когда, блядь, какой сейчас мой время будет, да пиздец. Сейчас похуй вообще, никто им не делает. Кто знает, те забегут, кто не знает, то и похуй на них. Это уже ХМ, все. Во-первых, ХМ и ДПС больше нужен. Нет, ты в БЦ. Здесь такой дамаг будет, что вы еще подохнет. Даже если еще и спрятаться. Поврежден, блин. Поврежден, кому не лежит. Поврежден на жене. Первый плюс в рейд. Мне. Там вас с работы едет, Войд. Ну круто. У вас слот. Нормально. Хули. Скажи ГЦ там на 20 минут пришел, КД словил, блядь, вторник просто. Ну завтра я на сутках ходил. Ну вот эти метки не обязательно вообще ставить, типа их и так видно, вот эти глыбы надо будет с пула разбить. Это. На одну метку не хватило даже ходите метки. Сюда ставлю рыбку. Шкаф. Чё, вас пришел? Или чё? Да, лучше. Слышь, пан, а ты не можешь этот горн давать, а, своим ДК?
Я даю, но там ставят тотем иногда. Да какие нахуй тотемы? Ты там пиздец как не бустишь нахуй ловкость и греет и всю хуйню. А тотем ушел. Там ставят тотем, который дает сила и ловкость. И поэтому мой горн не виден. Невидимый горн. Он разбивает горн. Принимайте готовность. Я только что дунул в горн. А горна нет, потому что стоит тотем. Силы. Ну, все, я понял, силы земли. Ну он опять тут то, блин, стоит, то не стоит, тут хуй просышь. Да не боись, нормально. Ничего страшного. Я все нажму. А Вентер? Где он там? Так, все готовы. По отчету начинаем метки бить. Так, я босса держу. На пол босса на Войда. Трескучий мороз, не стакайте, двигайтесь. Прыгайте, мелики. Метки резче разбейте, вы что, под боссом одна, блядь. Вот, черепок, пробегись по рейду. Пробегись по РДД. Черепок, кто там? Бегу, бегу, бегу. Не так быстро. Туча грозовая пробежался. Значит, готовьтесь. После большой заморозки сначала, как квадратик покажет, встанете, отбежите. После большого, на большом косте. Сейчас готовимся, ждем. Так. Просто двигайтесь постоянно, хильте. Так, встали как квадратик, недалеко от синих луж. Зашли на синие лужи. Зашли. Масхил по рейду хороший сейчас. И метки разбиваем дальше. Видишь, какой просадка какая идет. А ты говоришь ШП. Видишь, блядь, дохнут люди нахуй. Видишь, блядь. А ты говоришь ШП. Тут, блядь, еще хилам надо спекать. Этот самый. Значит, Тимыч, Тимыч, ты на месте. Ебаный в рот. Тимыч, ты тут. Стаки на себе ты видишь или нет? Двигайся постоянно. Ай, блять. Визирь Азраила, Тимыч Дюпонатора, быстренько. Тимыч, ты тут, блять, отвечай, что там. Пиздец просто. Так, чтоб встали рядом. Отошли. Я в ахуе, ну сейчас вы просто не прохилите. Блять, пиздец. Разбивайте глыбы. Тимыч, ты тут? Блять, как он меня бесит. Напишите в рейд-чат кто-то, блять. Ресы Дюпонатора, ёбаный кот. Почему он не слышит нихуя? За этот, за друлю реса депонатора. Имер ему дашь. Блять, так с такой реакцией, конечно, блять. Блин, иди по всему рейду пройдись, Джордж, ты баф даешь. Стали рядом. Понял, понял. Хорошо, хорошо. Стали рядом, зашли на кучки. Заходим, заходим, заходим. Смотри, ледяные дуновения. Сокрус, сокрус, дай. Если на боссе ледяные дуновения. Так, вроде пока нету. Блин, что-то прошляпило. Видишь, дуновения нету. А, я работаю. Давайте Геру хули. Веду к вспышкам, блять. Вспышки бить надо, не забывайте. Сначала вспышки, потом босс. У Тимыча 5 стаков копится, я не знаю, да он как. Он вообще дрочит, я не знаю. Вот Диси нету или что, блин. Вы не ловите сверху дождик, пожалуйста. Каста дошли. Так, попробуйте. Просто стоим вот рядом. Упали кучи, забежали.
вспышки ауешем. Бля, что это такое, сука, где я? Текстуры какие-то, блядь. Вот, ледяные дуновения пошли. Порейду сейчас хил. Азраил на хп давай, быстрее, быстрее, давай на хп. Быстро, 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 цепухи пошли, безостановочно. 10 цепух. Видите, сдыхают люди, блядь. Ну и опять минус Азраил, блядь, это пиздец. Тагариус, это... Мистерство есть у тебя? Подрубай, забери босса. Азраил, вставай. На кучку забежишь. Ладно, после уже встанешь, блядь. Вставай, Азраил, быстрей. На тебе инер, щиту рейд. Так, забрал обратно. Бьем глыбы, глыбы. Освобождаем, они нам бафы дают. Пройдись по рейду, кошка-мурка. Прохил. Вот дуновение, сейчас это, спокойствие все друиды сдавайте. Спокойствие, визиря сдавай, спокойствие. Сейчас пиздец пройдет. Прохильте. 10 секунд, 8 осталось. И все, и 3 ляма добьем. Хильте людей, ну цепухи, цепухи пошли. Флешками подхиливайте паладина. Стали рядом. Забежали. Видишь, прохила не хватает, ты в шипе хочешь. Видишь, какая жопа здесь. Просто босса выбиваем, уже хуй на метке положите. Просто босса. Блям. А, задиспелите, пожалуйста. Диспелить обязательно людей. Ретрики флешками помогаем. Это ты на эту не встал. Как я называю? А мне приморозило ты этого к полу. А, блин, не заметил. Просто легкий. Чё, хэм сложный. Хэм там просто убить это самое. Как это называется? Вот, я все. Может дальше не идем? Надо помочь с заданиями. Либо я на минуту отойду, 5. Да я хуй знает. Эта хуйня не нужна никому. Кожа. Ну разве что на третий спек. Третий спек. Мастерство. Не знаю, взять, нет. У меня ноги с мастерством 26. Это хуйня, у нее хп мало, блядь. Кому надо там? Сейчас подумать, надо идти дальше или нет. Так. А чё сейчас ролили? Значит, первое по шамановскому у нас будет Роланда. Роланда, у тебя кусок, по-моему, есть, да? Да. Тимыч, ты тут? Ты какого хуя? Ты не слышишь в Дисе или что? Ты не БРшь. Стоишь, блядь. Стоп, я забрил, как только услышал. Так а что у тебя с Дисом? У меня вылетел. А, понятно. А? Да пиздец. Тебе сказали БР, ты вылетел. Так, Роланда, у тебя один кусок есть, да? Да, да. Так, Мурланда, ПГП. Так, что у нас? Т6, Т8, 60 ГП. Где оно там? Пиздец, она и так больше не дамажит, а еще, блядь, на нее. Так. Базука, у тебя есть Т8? Так, Руга, Маг, Друид, ДК. Чё, ролишь вот этот кусок? Так, базука, где он там? Так, ну и теперь думайте, идем мы на Фрею или нет? Да. Ну, там просто... Там трэш полчаса, блядь. Значит, смотрите, на эту неделю это все.
Я не знаю, что с набором будет, но, блядь, у меня пока начнет гореть, если на следующем КД также будут сборы. На Накс. Те, кто одетые, приходите все равно на Накс, потому что нам херачить еще долго этот контент. И ульду, даже когда мы и ВК, и ИК выйдет, тоже будем ходить. Так, значит, сколько у нас? Мы убили собрание, еще 30, и еще Хадира. Так, еще 60 МП. Так, теперь, так, ну все, ИП есть, рейд на этом закончен. РТ стоит на четверг, на пятницу, приходите. А эти куски, в смысле, они по этот тоже по ЕПГП или как? Конечно. Про ЕПГП читайте, в Дискорде написано, как вклад сделать. Что там нужно сделать для этого? Куда посылать? Кому посылать? Что посылать? Все написано. Так, делаю срез 25%. Всем спасибо за рейд. Спокойной ночи. Давайте. Так я тебе и сделал основной ДД. Но у тебя 10 приоритет. Ну, сейчас типа сброс еще будет. Сейчас. О. Саня, ну лука, у тебя один кусок, да? Саня, базука тут? Да-да-да, у меня просто телефон, ну, надо время, чтобы нажать кнопочку. Не, я понял, подскажи, у тебя один кусок, да? Да, первый. Не, понял, ну, короче, это, ну что, я тогда после тебя, получается, это. А тебя там профит с четырех кусков есть полезный или с двух? Не, только с двух. Ну, не просто такая же хуйня, тоже с двух, ну. То есть ты тебе дальше все? Да, два. Там, ну, просто там третий идет, типа, кровоизлияние. Ну, короче, он скилл, на который вообще как бы не пользуюсь, понял? Поэтому, блядь, ну смысл нахуй у людей забирать, нахуй, если им там 4. Ну, про хилам там, я-то знаю, 4 вроде надо, блядь, куска, чтобы вообще заебись было. Насколько ты тоже 2Т8 будешь? Да, скорее всего, да. Там. Все, ладно, пацаны, всем спокойной ночи. Давай. Давайте, счастливо. В масле без нас этого скупили. Один. Пипец. Настя. Я тут, но погоди, я считаю.
ХПС. Так. Равно. Да. Сколько это будет? 15. 20. Войт, слышь? Войт. А ты грудак себе забрал? Нет. Я понял. Ну ладно. А что-то просто застыкал? Да мы заметили. А? Мы заметили что-то. Бум-бум-бум. А это за что ИП дают? А? Убиваешь босса? Не, по 150 ИП. Вам в Дискорде есть. Угу. Интерактивная доска вкладов, что-то такое. А в итоге кто грудак забрал? Там три нагрудника падало. Ну, который этот, кожаный. У меня лежит. А линка не его, а, пожалуйста. Угу.